Я считаю, что летний университет — это нереальная возможность для студентов ДНР, которые приехали сюда, и они могут обменяться опытом друг с другом, узнать новые какие-то знания от преподавателей Южного федерального университета. Случайно так получилось, на самом деле предложили, потом я начала узнавать об этом универе, посмотрела, что было в прошлом году, заинтересовала очень сильно, вот, собственно, я здесь. Вуз очень большой, мне это безумно нравится, хоть я и никак не связана с IT-специалистами, с компьютерами, но для меня это новинка, и мне она безумно нравится. Здесь очень приветливые преподаватели, студенты, о нас очень мило заботятся. Очень необычно, резкая такая смена обстановки, все время что-то происходит, много, очень много чего нового, значит, чем раньше даже и не интересовался, собственно. В общем, все пока что нравится. Даже не представляю, что будет дальше. Мастер-классы у нас были по дизайну, очень понравились. Также у нас были лекции по фишинг-атакам, рассказывали аспекты, чтобы не было никаких взломов, как бы все то, что нам, собственно, нужно. Мы на данном моменте объединились в группу и разрабатываем соцпроект, который поможет упростить жизнь людям. Это очень интересная возможность поработать с людьми из разных сфер, из архитекторов, филологов, психологов, преподавателей, то есть объединиться, поделиться опытом и разработать что-то новое, что, возможно, поможет как-то человечеству в дальнейшем. Какие сейчас впечатления? Они просто нереально крутые. Мне кажется, дальше будет намного лучше, больше мероприятий, больше лекций, больше будем всего узнавать. Как бы. Получить море или даже океан прекраснейших эмоций, веселостей, научиться социальному проектированию, а также узнать что-то новенькое для себя, я очень в это верю.